Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Про цветок». Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня я расскажу вам, как правильно посадить куст смородины. Ведь от посадки зависит будущий урожай. Выбираем место посадки. Место посадки должно быть хорошо освещенным солнцем и защищенным от ветров. Не стоит высаживать смородину на низких местах с близким залеганием грунтовых вод. Если посадить смородину на таких местах, будут возникать грибковые заболевания, а это нам не нужно. После того, как мы выбрали подходящее место посадки, начинаем готовить посадочную яму. Если вы высаживаете смородину в ряды, то между рядами должно быть расстояние 2,5-3 метра, между растениями 1,5-2 метра, в зависимости от силы роста куста. Смородину не стоит высаживать на прежнем месте, а также рядом с малиной и облепихой, так как у данных растений поверхностная корневая система, и они будут угнетать рост смородины. Большинство сортов смородины самоплодные, однако лучше высаживать несколько растений вместе для перекрестного опыления. Это повышает урожайность, а также качество ягод. Начинаем готовить посадочную яму. Ширина должна быть 60 см, глубина 50. Убираем верхний плодородный слой земли в сторону, а нижний неплодородный слой, глина или песок, убираем и выносим с участка, он нам не нужен. К плодородному слою добавляем несколько корзин компоста, а также несколько стаканов золы. Примерные пропорции я определяю на глаз. Для скорейшего укоренения, а также для профилактики различных грибковых заболеваний, вносим в посадочную яму триходерму. Можно вносить непосредственно гранулы, а можно развести их с водой и пролить растения. На 10 литров воды примерно 2 чайных ложки. Размешиваем воду и проливаем посадочную яму. Данная мера позволит нам предотвратить грибковые заболевания, а также поможет укоренению растения. Следующим этапом нужно подготовить куст к посадке. Его можно приобрести в садовом центре, либо питомнике, или вырастить самому. Я выращиваю сам. При пересадке важно выкопать куст вместе с земляным комом, чтобы земля не осыпалась с корней. Это обеспечит лучшую приживаемость и быстрейшую приживаемость нашего растения. Итак, приступаем к посадке. В посадочной яме сооружаем небольшой холмик, ставим наш кустик на него, распределяем равномерно корни и присыпаем землей. Важно заглубить куст на 5-7 сантиметров. Это стимулирует образование новых побегов и хорошее кущение у смородины. После посадки еще раз проливаем раствором биопрепарата наше растение. Это нужно для хорошего укоренения, для уплотнения почвы, чтобы куст хорошо прижился и освоился на новом месте. После посадки молодые побеги нужно срезать, оставив 5-7 почек. Это нужно для хорошей приживаемости и для хорошего ветвления. В конце достаточно пролить куст водой. По периметру посадочной ямы сооружаем небольшой бортик. Это нужно для поливов, чтобы вода не вытекала за края нашей посадочной ямы. Многие садоводы советуют высаживать смородину под углом 45 градусов. Я данный способ не применяю, так как не вижу особой разницы высаживать куст под углом, либо высаживать ровно. Спасибо за внимание. Надеюсь, мои советы были вам полезны. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч и хороших урожаев!